Район Семи Ветров наряд полиции останавливает машины. Здесь проходит операция под кодовым названием «Тюльпан». Именно эти цветы вручают автомобилисткам нашего города. И это место выбрано не случайно. Как раз напротив новостройка, которая стала визитной карточкой Уссурийска. Застройщик – компания «Арсей». Она же инициатор такого поздравления женщин. Наша компания «Арсей» каждый год, это уже вошло в традицию, поздравляет женщин города Уссурийска с Международным женским днем. Милые дамы, мы хотим вам пожелать прекрасного настроения, здоровья, улыбок, чтобы ваши мужчины носили вас на руках. Ну а пока каждой автоледи и женщинам-пассажиркам по пожеланию и тюльпану в руки. Идейный вдохновитель акции заготовил около 400 цветков. Именно стольким представительницам прекрасного пола презент принесет улыбку. Вручение проходит сразу в трех точках города. Вторая на Садовом кольце и в самом центре Уссурийска. В преддверии этого весеннего праздника хотим поздравить всех женщин, всех автоледи, пожелать счастья, успехов, безопасных дорог. Как водительницам хотим порекомендовать женщинам соблюдать правила дорожного движения, не нарушать и быть всегда веселыми и счастливыми. Здесь же подрастающие представители сильной половины человечества. Школьники приготовили стихи и добрые пожелания. Каждый смастерил открытки. Эти мальчишки знают все о правилах дорожного движения, ведь состоят в отрядах ЮИТ и учатся поздравлять женщин. Те в ответ щедро одаривают улыбками. Очень приятно. Я сразу вроде как аж расстроилась, что остановили. Но когда увидела цветы и детей, это настолько неожиданно и настолько это все радостно. Спасибо огромное за такое поздравление. Детвора так разошлась, что отправилась к прохожим. И даже самые маленькие жительницы Уссурийска получили по тюльпану и доброму пожеланию. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.